Так, ну перед отстрелом нужно сделать же защиту хрону. Хотела сделать вот такой вот пластиковой бутылки, видите? Она 5-литровой. Она как раз бы, он бы вот сюда плюх, вот тут бы я обрезал бы и прикрутил бы тут. И прям была бы... Но что-то как-то... Я так и думал, что сделать все проще. Это вот такой кусок сайдинга. Он у нас с ребром жесткости. Остался вот дома. И что я сделал? А я вот так сделал. Мне другой не нужно. Первое. Есть обтекаемость. Вот, видите, пороховые газы будут обтекать. Второе. Есть ребро жесткости. Третье. Не надо ничего вырезать. Вот прикрутил изолентой. И все. И держится отлично. Он никуда ничего не съезжает. Четвертое. Хотел сделать с железа. Но все-таки пластик, железо будет гнуться, а пластик, видите, немножко играет, он вот как стал, так и стал. То есть сейчас она не нужна, сейчас жара. Но пусть будет, теперь уже всегда, потому что все равно и дисплей забивает пороховыми газами. Вот такая простенькая, элементарная. Кнопкой хоть снизу вот удобно. Раз и включил, вон нолик, видно. Скорость буду показывать, вот так вот, видно ее, 0. То есть, все удобно, все будет работать. Лично мне другой не надо, громоздкую я не хочу сюда. Очень классно получилось. Ну как классно, изоленту, конечно, не можно приклеить ее, можно вот эти болтики открутить, вот эти. Я его туда закрутил до конца и все. И еще болтиком прихватить, и будет даже на болтиках держаться, вот здесь вот, короче, ее сделать. Будет культурнее, но пусть так, мне не на выставку. Главное, чтобы не развалился экран. А то, что вот она будет обтекать, это уже большое дело. Я не хочу вот такую прям вот. И ее бы сделать, я хотел сделать немножко выше с напуском, чтобы вот здесь был немножко выше напуск. Но тогда плохо дисплей видно. В принципе, хватит и этой. А вот это вот немножко наехало вниз. Я вот этот напуск чуть-чуть хотел сделать выше. Ну, получилось вот так. Он к низу чуть-чуть наехал. Ну, ладно, ничего страшного. Хрон даже вот так ставится. Без всяких там, вот. Можно поставить, можно прикрутить на штатив. Удобно. Не громоздкий, как вот с таких этих. И свое дело делать будет. Ну и все, собственно. Так что хрон у меня теперь готов. Ой, я дисплей теперь вот так вот буду защищать. Если найду со временем какое-нибудь прозрачное оргстекло, но нет у меня прозрачного. Оно есть, но оно старое и оно не гнутое, в общем, крошится. Есть зеленое толстое, его не согнешь, поэтому скорость показать я его так покажу, вот ее видно, вот сверху. То есть нормально будет работать, никаких. Такую уж точно вещь можно и к китайскому сделать. И, собственно, я и делал. Ну, я делал с бутылки, но вот такой вот пластиковой рейки. Вот она толщиной миллиметра 2, 3, 2, 2. Немножко ребро здесь есть. То есть да, в строительном магазине на копейки стоит. Купить, вот так прикрутить. Не надо больше ничего придумывать. Есть ребро. Его можно выдвинуть дальше, но тогда будет играть. А вот где-то здесь спичечный коробок сантиметров 5-4,5 вот здесь. Этого хватит. Скорость будет видно. Включать вон пальцем, пожалуйста, удобно. Хоть сверху, хоть снизу. Не снизу, конечно, удобнее. Все.